Это порно ща. Они тут должны, короче, это вот это делать. Смотри, на тебя все парни пялятся. А может быть, на тебя? А может, на меня? Я тоже, между прочим, здесь, как бы на экране. Может, на меня, блядь. А может, что? Они ревнуют? Конечно. И что это? Я же... А? Девчонка. Не конкурент. Уилли. Ты для них главная угроза. Фу, блядь, слюни. Эй! Проглотил, фу, блядь. Соблюдайте приличие. Да ладно, да буду что-то. Ну, соснулись маленько случайно, блядь, в танце. Танец такой ритмичный, извини. Видишь, губы пересекают сами по себе. Чё пристал-то, блядь? Не забывайте. Фу, я слюни проглотил. Здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? О, ща драка будет, ща драка будет, блядь, ща драка будет. Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шёл бы ты отсюда. Руки убери. Эй! Хватит. А этих кто сейчас? Хай! И бесконечная такая череда народа. Хай! 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 И всех друг с другом разнимать будут. А нахуй. С ними что? Сами разберутся. Ой, блядь. Фу, я слюни проглотил. Что ты лезешь? Чего? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джо. О, сука, блядь. Да и пизду тебя. Самого лучшего персонажа в этой игре сейчас стоит и хуесосит, мразь. Ты что делаешь-то? Слили, блядь, самого хорошего персонажа в самом, сука, начале. И что теперь? И что теперь? Все? Ой. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. Для них главная угроза. Прикол, я это видел на Е3. Эй, соблюдайте приличие. Хорошо. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? О-о-о. Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шел бы ты отсюда. О-о-о. Руки убери. Капец, Джоэл. Эй! Хватит. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Капут. Капут. Ладно. Капут, Джоэл. Это, кстати, был последний раз, когда они общались, они на это вспоминают. Уилли, ты для них главная угроза. Это, видимо, первый поцелуй, да, ихний, когда вот, вот они уже поняли. Понятно. Вот как, значит. Ну, типа... Эй, соблюдайте приличие. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? А, боже мой. Не, ну это жестко, конечно. Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери. Хера себе. Эй! Хватит.
Ну вышел, защитил ее. А с ними что? Сами Джоэл. Тебе надо проветриться. Вот Джоэл все равно, как она. Он не должен был. А ты должен? Да какого черта ты на него кричишь? Он за тебя заступился! Мать его, дура! Он заступ... Он заступился за тебя, как... Хреново, конечно. Как дура себя повела. Блин, он заступился за тебя, ему все равно какая ты. А ты его взяла, отвергла. Охренеть. Блин, Джоэл красавчик, да, ему без разницы какая она, он просто заступился за нее. Блин, нафига она так сделала? Эй. Это прям бесит момент. Я думаю, она сейчас жалеет, да, об этом? Да. Для них главная угроза. Эй! Соблюдайте приличие. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? Что ты Смерть. Сейчас сказал? Эй. Нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери. Джоэл, блин. Эй! Хватит. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что он, ты мне, конечно, не прав, что он так орёт. Не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Ладно. Да, он, конечно же, не прав, что он, типа, вот это, лесбуха и так далее, прям вот, человеку грубить не нужно. Насчет того, что приличие соблюдать, да, вполне себе оправданно, типа, ну, нафига. Там никто не целовался, кроме них. Она... Соблюдайте приличие. Пошел отсюда, старый козел. Пошел отсюда. Нахуй. Что прошел за? Пенис. Дети. Хуй. А ты как будто пример для подражания. Иди, воняй в другое место, ты волосатый. Ком-то последи, поняла, лесбуха? Сука. Что ты сейчас сказал? Эй. Нет. Шел бы как тебя там, шовинист? О. Эй. Да, какой. Хватит. Осуждаю этого старика. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? И ты, козел, тоже. Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Ладно. Как забитый щенок какой-то, знаете, такой. Ух. Женщины, только не это, не убивайте. Угроза. Эй! Соблюдайте приличие. Извини. Извини.
Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Языком-то последи, поняла, лесбуха? Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери. Эй, хватит. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл.